Все молдавское общество месяц за месяцем являлось свидетелем целенаправленных шагов новой власти по сворачиванию демократических институтов в Республике Молдова, попирание верховенства права, конституционных прав молдавского народа. Это находило выражение в репрессиях против средств массовой информации, уничтожение принципа разделения властей, фальсификации парламентских решений, нарушение прав депутатов парламента на свободу выражения, незаконных и массовых увольнений по политическим причинам, грубом отчуждении территории Республики Молдова в пользу другого государства, ликвидации целой ветви власти судебной системы, героизации организаторов погромов 7 апреля 2009 года. 9 марта 2010 года Республика Молдова оказалась перед наиболее жестоким испытанием, испытанием произвола в нескольких человек, поставивших свои личные интересы выше интересов народа, страны и Конституции, присвоивших себе право поворачивать вспять всю правовую логику общенациональной демократической системы. Партия коммунистов заявляет, что решение лидеров Альянса за европейскую интеграцию об отмене досрочных парламентских выборов и фактическом отказе от ныне действующей Конституции не может рассматриваться иначе, как попытка узурпации государственной власти. В этой связи партия коммунистов оповещает все молдавское международное сообщество о том, что встает на защиту конституционного строя Республики Молдова, ее демократических прав и свобод. Партия коммунистов заявляет, что с сегодняшнего дня начинает полный бойкот своего участия в заседаниях парламента 18-го созыва. В то же время фракция партии коммунистов начинает активную политическую работу среди избирателей по разъяснению сути происходящего в стране антиконституционного переворота.